Ты в меня врезался, что ли? Тебя пристрелить? Здорово. Маналов. За Маналов. Забирай. И не спрашивай ничего про машину. Минус. Минус. Граждане, останавливаемся, останавливаемся, останавливаемся. Присаживаемся, смотрим видео, ставим лайки, пишем комментарии. Приветствую, дамы и господа. Вчера, понимаешь, секретарь подписал указ о всеобщей трудовой, понимаешь, повинности, или как там оно было, но некоторые профессии нам не нужны. В игре под названием Contraband Police. Ну, давайте смотреть, что у нас там. Подозреваем, что водитель, который вчера не остановился для осмотра, пытается пересечь границу. Часть KHO. Отлично. Так, накрыв логово контрабандиста, мы обнаружили большое количество лака одного цвета. Цвет машины черный. Что? Что? А как мне это должно помочь? Контрабандист, находящийся в розыске член банды Оберранков, ускользнувший от полицейского облавы, направляется в сторону погранперехода в Карикатке. Повреждение автомобиля, разбиты фары. Ну, блин, что-то тут постоянно кто-то на поврежденных автомобилях пытается куда-то. Так, технический контроль. В рамках исследования пограничного движения, проводимого Центральным статистическим управлением, пограничники обязаны проверять техническое состояние транспортных средств. Однако следует помнить, что плохое техническое состояние автомобиля не является основанием для отказа во въезде. Эй! А я что теперь, ГИБДДшник какой вам, что ли? Так, Министерство транспорта меняет право ввозов, ввозится требует наличия описи грузов. Любые несоответствия документации должны привести к отказу во въезде. Так, закон о трудовой повинности вводит правила в ее страну, каждый бла-бла-бла. Кроме того, запрещается допуск лиц со следующими профессиями. Художник, учитель, журналист. Чего, блин? Ребят. Похеру. Новый рабочий. Извинение королевы. Бла-бла-бла, королевство РК извинилась. Снять эмбарго на товар. Отлично, можно ввозить. Для поддержания нравственности вводится всеобщая трудовая повинность. Да, это было. Я понял, что ты там орешь-то. Ты видишь, что я готовлюсь? Тут вы сами наводили кучу всякого нового говна, а теперь вы мне пудрите мои жалкие остатки мозгов. Давай, заезжай. Че испугается? Зачем унитазы привез? Думаешь, нам срать некуда? Здорово. Документы. Так, опись грузов. Унитаз 3. А у тебя их 2. Ну, ты это... Или ты, может, сидишь на одном? Я хрен знает. Рожу смотрим на меня. Похож. Амин Чизориг. Что? Ладно, пусть будет. Так, здесь он Амин Чизориг. Здесь он Амин Чизориг. Так, 50 по 7, 50 по 7. М2ДД, М2ДД. Срок действия 23 июня. У нас 21 апреля. Причина въезда работа. А еще такое. Трудовая книжка. Художник. Все, вали отсюда нахрен. Не нужны нам художники. Ты отсюда валишь. Кедрени фени. Так, а что ты досмотри? Правила въезда нарушены. Опись грузов. Хрень полная. Так. Так, это... Вылезай! Блин! Господи, я ж забыл, что тут дверью бьют все время по голове. Типа случайно. Где там у меня список? Осторожно обращаться. Бачки открываются, нет? Что-нибудь везешь? Говори лучше сразу.
А то в торец получишь. Так, номер нет, там КХО было, это не то. Так, так, так. Так. Чё, есть что? Ничего? Господи. Эх, ты ж ё-моё. Обычный нужен. Что-нибудь провозишь? Ничего не проводишь? Смотри мне. Или он все-таки что-то провозит, нет? Провозит или не провозит? Какая разница, есть, нет, ты так и сяк художник, тебе полюбасу кирдык. Так. Не то нажал. Так, Максимов, иди сюда. Груз загружай. Давай, загрузил, Полиска? Загрузил. Значит так, Шнаркель. Все у тебя хреново. У тебя проблемы. Так, что у нас нормально? Да. 17 декабря 80-го. Все, бывай. Ехай отсюда. Художник с унитазами, блин. Следующий. Инвестировать. Здорово. Вот ты похож на художника. Трудовая книжка где? Нет у него трудовой книжки. И грузов тоже нет. Сергей Корлов. Сергей Корлов. Корлов. Так. Л2КЗ. Л2КЗ. ВЛ87. ВЛ87. 14 ноября 81-го. У нас сейчас только апрель 81-го, так что здесь все нормально. Май 81-го. Здесь тоже все хорошо. Вылезай. Да блин, господи. Номер машины где? Номер машины не то. Нормально. Отойди. Видишь, работаю. А бампера переднего что нет? Так, а это что там у тебя внутри? Кокаином! Ха-ха-ха-ха-ха! Попался! Так, открываем. Ну, как тут залезть-то? Да, горжусь собой. А ты чё, кокаином торгуешь, падла? Гнидотварь. Решил нашу свободную, понимаешь, на всю голову страну ввести всякую дрянь. Я тебе ввезу. Опа! Хе-хей! У тебя тут, я смотрю, еще что-то есть, да? Сам ты, курва, гуляешь. Эй! Так, ты! Руки за спину. Да, большую ошибку совершаю. Ты, сволочь бородатая. Давай, сиди, отдыхай пока. Пока я вас не отвезу куда положено. Так, дальше у нас что тут где?
Клад. Ну, один пистолет у меня есть. Второй не нужен. Патроны пригодятся. Топор тоже. Газовый шланг. Газовый шланг. Что за хрень? Заступ. Ну, это мне не особо нужно. Ладно. Эти пускай на складе лежат. Так, кокаином. Так, что у нас здесь? Патроны для пистолетов. Ну, это тогда тоже сюда. У меня пускай здесь побольше места будет. Надо будет это все уже отвозить. Пора уже. Да погоди ты. Сейчас разберемся. Я еще не досмотрел. Еще не дособрал у Рики-то. Вдруг у него тут еще какая-нибудь хрень есть. Гаси всю машину своим кокаином забил, падла. Он же какой тухломясый, сволочь. А выглядит интеллигентно. Вот он реально похож на художника. Так, как тут что включается, выключается? Убери машину. Горос, товарищ-то. Дорос, товарищ. Товарищ, дорос. Next one, please. О. Блин, где у вас крылья-то у всех, у машин? Чего вы все без крыльев ездите? Куда ты тянешься? А, документы. Документы. Рожу на меня смотрим. Так, тюк сена 9, ящик сыра 3. Разрешение на въезд. Кристел Тонистел. Тонисте. Здесь он Кристел. Здесь он Кристел. Здесь он Тонисте. Здесь он Тонисте. 42.9Т Y2QQ. 42.9Т Y2QQ. Так, май. Нормально. Что я ноябре 81-го? Нормально. Ой, я извиняюсь. Давай, тонисты, вылезай. Я успел отпрыгнуть, по-моему. Давай мы тебя разгрузим сейчас. Да-да. Вот про наше время никто не задумывается почему-то. А мы его тоже тратим. Ничего нет вроде. И сено тоже вроде чистое. Не стой перед колесами, а то я могу подумать, что ты прячешь чего-то. Поворачивайся за мной. Так, что везем? Интересного. Ничего? Так, ФСБ, не то. А номер он тоже не совпадает. Поврежденные фары есть? Поврежденные фары нет. То есть, ну, он не подпадает никуда. Так. Максимов, ты где? Блин, где Максимов? Опять он писить пошел. Ты все время писаешь? Проблемы? Прищепку дай.
Хабхадула, да, вот Хабхадула, причем полная. Так, ну что там с этим Гавриком-то у нас? Даже борт не закрыл, лентяй-бездельник. Даже капот не закрыл, бездельник, лентяй. Так, досмотр завершен, на этом все. Так, что у нас здесь? Тюк сена 9, ящик сыра 3, все совпадает. Хорошо. А у него все хорошо. Пусть едет. Отлично. Отлично, да, давай, валяй отсюда. Отлично, блин. Не факт, что оно отлично. Давай, ехай. Следующий. Правильный досмотр, бумаги в порядке. Блин, где идеальный досмотр это? Почему нет идеальных досмотров? Это какой-то подозрительный. Смотрите, как смотрит. Он подозрительный. Он пипец подозрительный какой. Ну, явно же подозрительная рожа, ну. Эзиз Пулат. Здесь он тоже Эзиз Пулат. Аль-Барак, все понятно. 019G, 019G. TY8D, TY8D. Нормально, 23 ведра ливали. 2 мая. Нормально. 21 июля. Нормально. Корова одна, свинья одна. Водитель один. Что по номерам? ФКР? Не, не то. Так, ты вылезай. Да, господи. Костюм прикольный, мне нравится. Разгрузить? Их можно еще и разгрузить? Может, в них еще что-то и прячется? А тут ничего интересного нет. Здесь тоже можно открыть, да? И тогда эта корова, которая размером со свинью, нападет на меня и укусит, наверное. Нет, тут все совпадает, нормально. Разбиты фары. Одна фара разбита, кстати, у него. Он из банды из какой-то должен быть тогда. Со свиньей, с коровой. Но разве бандит будет ездить со свиньей и коровой? Это все странно. А на чем мне его задерживать? На то, что у него... Да, господи. На том, что у него фара разбита. Поэтому его задерживать не получится. Так это не работает. Колесико спущенное. Видишь? Так, а где тут это самое? Нужно проводить техосмотр какой-то там. А где его проводить? Хрен его знает. Не барагось, а то вообще никуда не поедешь. Не нравится ему что-то. Ну, по крайней мере, он заговорил. Я думал, он глухонемой. Ничего у него нет. Какой он там... Потому что у него фара расклепана, это... Да езжай. Отлично. Отлично, да, а, отлично. А езжай отсюда. Ты уже раздражаешь. А колесо почини. Правильный досмотр. Да, господи, где идеальный-то досмотр? Ё-моё. Почему он не идеальный? Я все посмотрел, я все перетряс.
Морду ему плюнуть. Здорово. Чё, как? Я тебя прямо сейчас разверну обратно. Журналист, все понятно. Понятно было, что он журналист. Долботряс. Одон, Октон. Здесь он тоже Одон и Октон. BQ4Z. BQ4Z. Q05B. Q05B. До 1 августа нормально. Одон, Октон. Да. Журналист. Так ты. Вылези, блин, из своей посудомоечной машины, которую ты считаешь транспортным средством. MJO. Это не те номера. Господи. Движок от компрессора. Или от чего это у него? От газонокосилки, что ли? Поборогайся еще, я тебя сейчас самого испачкаю. 4 места, серьезно? 4 места вот в этом? Журналисты нам тут не нужны. Ты сейчас у меня поедешь с этими двумя клоунами. Вместе. Да, давай еще сбей мне сотрудника. Я тебя вообще тут же пристрелю. Основанный отказ. Блин, идеальных досмотров не дают. Почему? Пых! Пых! Так, ставим открытый. Кто-нибудь со мной не хочет поехать? Отвезем говнарей. Может, по дороге там какая-нибудь фигня случится. Так, здесь я уже научен горьким опытом. Каждая дверь норовить тебе пинка дать. Так, что они здесь? Оба. Здорово, да, товарищ командир. Ты подхалим поганый. Так, а куда мне ехать-то? Стоп, все, стоп, стой. Надо выключить двигатель, господи. Так, я сейчас здесь, мне надо направо, да? Мотель, развалины, трудовой лагерь. Да, только направо и все время здесь. На развилке еще направо. И здесь все направо. Аж до самого трудового лагеря. Да. Да, плохая идея. Контрабанда — это херовая идея. Особенно, когда тут погранцы работают, серьезные. Типа меня вот. Я серьезный. Как бы палить по мне не начали тут по-серьезному. Эй! Так, мотель. Карат. Ну ты едешь или стоишь, ё-моё? Это тот, который с двумя унитазами. Эй, я живу. Эй, ау, ой, ай, ай, ой. Минус. 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 Минус 3. И мне за это дали 70 баксов. Оружие где?
Что это такое? Кокаин? А, труп. Ветка? Нахрена мне его ветка? Патроны для ружья. А где само ружье? Ой, погоди. Ща, ждите. Че тянуть? А, нужно зажать, да? Так, куда-то я его утянул. А где-то еще один должен быть тут. А, он делся. Где их оружие? Фига себе, они мне дверь отстрелили? Это еще они по мне шмаляли? Из ДШКМ, что ли? Нет, оружия нет. Странно. Нифига себе, машинка, блин, разваливается от выстрелов. Дверь отворилась. Прикольно, блин. Тихо. Так, я где? Стоп. Тихо. Развалено. Нормально. Да? Ты в меня врезался, что ли? Тебя пристрелить? Что за... Не знаю, люди какие-то ездят, как не знаю где. Вас ездить учил. Приехали. Отвори ворота. Стекла лобового тоже нет. Здорово! Маналов. За Маналов. Забирай. И не спрашивай ничего про машину. Ни даже не заикайся. Ё-моё. Нормально, дорогу не собираетесь тут сделать? Вам людей возят для чего ж? Вы нормальную дорогу сделали, наверное, нет? Пойди. 2200 у меня. Там поехали. Эту колымагу нужно будет чинить. Да идите вы нахрен! Где они там? Иначе они там фигачат куда-то. А, они по всем херачат, что ли? Дебилы совсем, да? Ой-ой-ой, минус два. Минус. Минус четыре. Еще 70. Козлы вонючие. Патроны для пистолета. Это мне надо. А где их оружие? О, для ружья. Оружие у них где? Патронов до хрена. Вот тоже для пистолета. Вот так. Что, встали? А, ну да. Я, погодите, я вас, между прочим, спас. Сволочи. Блин. Поехали. Ну вот, отстрелялся, победил. Я молодец. Защищаю, понимаешь, население, понимаешь. Мерзавцев от этих, понимаешь. Ты
Ты, население меня чуть не ухайдокало. Мне сейчас куда вообще? Направо или налево? Я хочу посмотреть что-нибудь такое эдакое. В магазин заехать посмотреть. Может, там оружие можно какое-нибудь интересное взять. Посмотреть. Так, заглохни. Так, где я вообще? Так, мне, значит, налево. Вот сюда. О, направо. Вот сюда инструменты Влада. Там нужно посмотреть. Да, блин, куда ты лезешь? Японский бог. Управление тут, конечно. Добрая читаю. Воу-воу-воу. У тебя тормоза есть? Антонабиль, телега. Все, стой, хватит. Хватит, говорю. Остановись. Здорово, Влад. Что-нибудь есть на продажу? Что это такое? Ружье. А что это за показатели такие? Это урон, да? У ружья самый большой урон. А сколько оно стоит? 700 рублей? Ты охренел, слышь ты? Гранаты есть. Автомат сколько? 1300 рублей? Ты охренел? Ты валенок, слышь? Я ж прикрою лавочку-то твою на раз-два. Держи ветку. Ну да, я тебе продам. Блин. Купать он из этого ничего не хочет. Кокаином? Хочешь кокаином? Нет? Не хочет. Здесь у него калашников, СКС висят, а он продает только ружье за 700, пистолет за 250 и автомат. Придется пока сидеть с пистолетом. Так, есть какая-нибудь контрабанда? Сейчас найду. Не, мне еще не по карману эти пистолеты, мне надо еще улучшать этот самый. Поэтому пока так. Да блин. Карту сначала надо посмотреть. Так, налево. И на развилке направо. Ну и здесь налево. Эй, я вписываюсь в движение. Без аварий. Там еще где-то мост должен быть. Едешь или стоишь, ё-моё? Гражданин, вы стоите вторым рядом, общественное движение, стоп-хам. Давайте. Кыш, кыш. Да, тут обгонишь, конечно. Сразу шишига навстречу. Растопчет, фамилию не спросит. Ты, ё-моё, разворачивайся! Что у тебя с поворотливостью? Так, тихо, стоп. Тихо, тихо. Где я? Здесь направо, 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 направо. Поехали. Какие-то они... Когда смотришь на карте, все понятно. А когда смотришь здесь, вот как-то они... Ну, выглядят эти развилки не очень. Карат? Карат. Ну, от Карата уже дорогу можно вспомнить. Потому что здесь же и ехал. В эту сторону. Сейчас надо чинить колымагу и... Эй-эй-эй! Вести эту самую. Хламчик вести, наверное, надо. Да, нет? Из этого какого... Ой, тихо-тихо-тихо. Я как-то пытался сюда задом заехать, когда в демку еще играл. Да. Вот этот после этой моей попытки стал немножко мертвым. Агромат? Гагромат? Так. Не все. Еще пока не все.
Сейчас мы повезем говнище сдавать. Так. Ла-ла-ла-ла. А там, по-моему, уже можно с самой машины. Блин. Сейчас. Уже утро, скоро работать надо будет начинать. Ё-моё, а я тут что-то этой самой занимаюсь ерундой всякой. Да! Уйди! Проклятая дверь! Я ненавижу двери в этой игре. Так, давайте склад. Что за автомобиль? А склад что? Что тут у меня? Это... Да блин! Получено достижение. Стража Родины. Что? Что? Кто? Блин. Походу я не успеваю. Значит, день закончился. День начался. Надо идти этих ловить, гавриков. Эх! Так, ну что, смена у нас закончилась. Как бы 24 часа смена получилась. Вместо обычных, сколько там ему положено рабочего дня. Так что здесь мы тормознемся, я думаю. Блин, все прям активно, прям экшонисто, стрельбы куча и вообще. То есть что-то покоя нам сегодня не давали. Ну, надеюсь, следующая смена будет поспокойнее. Как бы можно будет хотя бы пойти поспать. Я даже не поспал, как вы заметили. То есть уже начался рабочий день, и нужно вкалывать. А мне еще надо бы улучшения какие-то сделать и так далее. Вот, как-то вот так получилось сегодня. Что ж, на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Приходите еще. Не забываем подписаться на канале, проставиться лайком. Всем всего и до встречи.